экономической зоне Алабуга сегодня прошло выездное совещание по дальнейшему развитию зоны. В ее работе принял участие премьер-министр Эльдар Халиков. Встречу провел начальник главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы России Дмитрий Некрасов. Речь шла об упрощении работы поста Алабуги. Резиденты считают, что нужно упростить ввоз сырья.